пор, наблюдавший за любимой картиной по ту сторону экрана, переносишься в атмосферу сериала в самом эпицентре его создания. Заядлый поклонник Эртугрула Рамзан Кадыров, находясь визитом в Турции, не упустил возможность посетить съемочную площадку одного из самых популярных картин во многих странах. Встречает главу Чечни продюсер и сценарист киноленты Мехмед Боздаг, а вместе с ним и уже полюбившийся всем персонажи. «Эртугрул» – турецкий исторический приключенческий сериал, основанный на истории мусульманских тюрок-агузов. События в картине разворачиваются в 18 веке. Сюжет построен вокруг жизни Эртугрула Бея, отца Османа I, основателя Османской империи. В главных ролях Энгин Алтан Дюзиатан и Эсра Билгич. Одна из самых ярких и запоминающихся ролей, по мнению многочисленных зрителей, принадлежит Хулье Дарджан, сыгравшей Хайне, маму главного героя. Рамзан Кадыров выражает свое восхищение мастерством артистки. Рамзан Кадыров отмечает, что эта роль одна из самых сильных в сериале. Хайне – это пример любящей матери и в то же время сильной и мужественной женщины. Пример, какой должна быть истинная мусульманка и достойная женщина. Сама актриса польщена такой оценкой. Говорит, для нее это больше, чем просто сценический образ. Она будто бы переживает заново жизнь своей героини. Характеры очень хорошие, он hissettiklerini, аналогию, öfkesini. Наша, на самом деле, как мать, стараясь со всеми чувствами, с искренностью играть эту роль. И с каждой серии шоу Айоша Хазах Еча играет еще от души. Видимо, поэтому получается. На площадке, где каждый участник съемочного процесса облачен в одеяние османов, аналогичный подарок гостю и поклоннику своего таланта решила сделать и актриса. Свое почтение гостю и подарок преподнес и режиссер картины Мехмед Боздаг. Премьера сериала состоялась в 2014 году. С тех пор за судьбой главных героев с замиранием сердца следят 2 миллиарда зрителей по всему миру. Каждый новый сезон – это захватывающие события, позволяющие взглянуть на средневековую историю по-новому. Эртугрул, Тургут, Бамсы, Даган – все эти имена отважных воинов того времени знают и взрослые, и даже юные зрители. Страдают и болеют за своих любимых персонажей. Рамзан Кадыров высоко оценил в особенности работу Хулье Дарджан. Актриса удостоилась медали Ненанси, став первой женщиной другой национальности, получившей это звание. Впрочем, без подарков от ценителя сериала не остался ни один актер. Исполнителям роли воинов Рамзан Кадыров преподнес файнахские кинжалы и папахи. Сами съемки разворачиваются на огромной территории. В процессе задействовано 2000 человек. Глава Чечни впечатлен масштабами и качеством работы. Экскурсию для Рамзана Кадырова по съемочному городку вместе с режиссером проводят и актеры. Гость внимательно осматривает декорации и реквизиты. Рамзан Кадыров делится планами создания подобной картины и о современной истории чеченского народа. Хочу обговорить, договориться, написать хороший сценарий о современном времени. Что происходило у нас в республике на Кавказе, что надо делать, чтобы такого не повторилось. Тоже хотим, ну, занимаемся вот этим, хотим хороший снять фильм. Но. А это уже непосредственно съемка одного из эпизодов сериала. С появлением гостя процесс ненадолго останавливается. Актеры знакомятся и тепло приветствуют гостя из Чеченской республики. Да, да, Берти, веду. А вот какой именно эпизод снимается, Рамзан Кадыров увидел уже из режиссерской комнаты. Сериал 10 или 15 секунд. Очень для этого яхта.
Güçlü doğan, yakışlı doğan, kalkalı da masa doğan, masa emosiyon masa doğan, mimik, lice doğan. Görüyoruz, zaten. Şey, filmi doğan, rolü veriyoruz. Здесь же Рамзану Кадырову актеры преподносят еще один, уже известный зрителю подарок. Семчка. Лелин Долторды, Семчка Папи. Сильный сценарий и блестящая актерская работа. Оценка чеченского лидера съемочной команде. Рамзан Кадыров и здесь не оставил любимых артистов без внимания. Подарка вместе с остальными удостоилась и Эсра Билгич, актриса, сыгравшая Халиме, жену Иртугрула. Рамзан Кадыров даже предсказал возможное развитие сюжета между главными героями. Скоро свадьба Иртугрула. Однако, что будет с героями дальше, авторы картины держат в секрете. Никаких спойлеров. Рамзан Кадыров назвал фильм нужным. Прежде всего, чтобы народ помнил историю, знал обычаи. Он отметил, что это все очень близко по духу чеченскому народу. Пригласил съемочную бригаду и актерский состав в гости на чеченскую землю. Обсуждение сериала, а также теплое общение артистов с уже ставшим другом Рамзаном Кадыровым продолжилось уже за ужином. Здесь на связь выходит еще один поклонник сериала, сын главы республики Адам Кадыров. И, кажется, не может поверить своим глазам. Рамзан Кадыров делится своими ощущениями от просмотра каждой серии сериала. Говорит, порой и сам чувствует себя персонажем картины. Режиссер фильма Мехмед Баздак рассказал о том, что уже задумывается над тем, чтобы снять картину, связанную с чеченским народом. Тем более, что в Османской империи было и немало воинов чеченского происхождения. Один день из жизни съемочной группы сериала «Иртугрул», прошедший в компании Рамзана Кадырова, подошел к концу. Прощаясь с актерами, глава Чечни отметил, что с нетерпением ждет новых серий. Ну а принимающая сторона пообещала приехать в гости уже предстоящей весной. Кадыров добавил, что в регионе, где почти каждый является поклонником этой киноленты, появление таких гостей будут ждать с нетерпением. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Ева Магомадова, Мансур Бакаев, Алаш Аздамиров, Айндиал.